нормально, но в то же время меньше стало. Подготовка к съему. Ну, в принципе, ничего особенного от этого места я не ожидал. Конечно, иногда хочется что-нибудь узнать в спиннинге. Что-нибудь неожиданное, конечно, хочется получить, но не всегда такой кайф. Так. Это сюда, это сюда. Это сюда. Вода резко упала. Сантиметров на 5. Так, полосну носки песка. Посушить еще успею внутри. Чтоб не воняли кожей. Ах, что может быть лучше утреннего купания, когда солнышко уже холодное в речке. Такой заряд здоровья. Был бы ветерок, вообще было классно. Небольшой. А то комары что-то раздухарились. Не было их вчера вообще. Тут выпал. Берем мыло. Какая вода прозрачная. Солнце встает. Класс. Вода суперская просто. Помылиться. Положить. О! Как он. Весь пот трудового дня вчерашнего смыт, конечно. Но лишний раз не помешает. Перекладывать. Только лежал вон там, вон камень сухой, вот вода упала на сколько. Но также она еще более интенсивно может прибывать. Далеко я, конечно, не пойду. Плыть тут нереально, да и унесет сильно. А так вот так. О, класс! О, обалдеть просто! Все звенит! О-о-о! Маринка Нилаева, дура, я тебя люблю, блин! Вот как-то так! Россия! Это круто! Дальний Восток кричит 100 раз! Фу! Настроение! Ну вот, заряд бодрости получен. Наперед. У костерка погрелся. Картошечка сиет. А, вроде все смыто. И за крупной рыбой. Поиски таймень продолжаются. Таймень тоже не стоит. Ходит, уходит. Еще другие места. Без 5 минут 9 по нашему времени. Корабль к бою походу изготовлен. Я тоже готов. Места как будто никого не было. Прикрасил с Романом. Проночевав, покидаю его. Не знаю, куда. Сюда наверх, пониже кинуть. Удочки развернуты. Сейчас вниз. Часик где-то. Обалдение вот реки.
коров не стало. Отгребаем на стремнину. Вон глубина какая. Центровка нормальная. Сейчас будет достаточно коварненький поворотик вот там вот. Из-за того, что намыло новых коряк. Смотрю, коряги появились. Вон она течет по лесу. Заходит туда, протока вон. Промыло новое. Получше парень. Вяжи узлы. Покрепче парень, вяжи узлы. Тут все не шутка. Коряга может вынырнуть с любой стороны. Еще один трудный перегон сейчас где-то будет. Где смотреть в оба надо. Полон неизвестность. Потом полегче. Ну, не сегодня, наверное. Там от рыбалки зависит. Завтра все. С утра опять будет марафон. На полста 5 километров. Возможно. Он как крутит. Мне на дерево не надо, надо пройти вот так вот. Но не попав в перекат. Подбивать будет в ту сторону, туда. Вот она какая. Ох. Вот меня. Прямо на коряге. Тут перекат совсем мелко, там проход метров 5 шириной, но глубокий, зараза, бурный. Он меня куда несет. Там где буруны, там уже дерево торчит. Вот там поворот, что он нам несет. Там будет еще сейчас пал за поворотом. Или ее унесло. Нет, вон она лежит. Баклан. Вот пошел на взлет. Черный баклан. Малый, обычный тут. Тут по несколько. Да, может по заливам стоят, не угадаешь. Где рыба? Ну, в принципе, ничего сложного. Так. Дежурный слалом. Хотя зевать нельзя. О, тут еще улова. Улова с расческами. Нет, я туда не пойду между ними. Я не знаю, там что-то разлапистое. Но может выскочить под днищем острым каким-нибудь. Вон она, вон. Береза. Вот такой вот простор. Вот такая свобода жизни. Вот такой вот я. Понравилось, ставим лайк. Дальний Восток. Решил проверить перспективный заломчик переката. Ну, комары тут в тени сразу налетают.
Так, стоять. Воблер, конечно, говно. Если что-то будет крупно, останусь я без воблера, скорее всего. Хорошо, если без крючков. Ай, блин. Да что за непруха, из-за комаров, из-за этих цепанул. Фу, пока их разгонял. И шуму наделал. Ну, прям на сливчик. Кидаем. Смотрим. Что тут есть. Мелко, глубоко, непонятно. Он подсох, он кинул. Ага, мелко. Пошел на солнце. Там хоть твари поменьше. Мысль была вот там, к острову причалиться, ну, покидать вот под этот корень, не знаю, сильно там быстрое течение. Особых признаков наличия нет живых. Ну, на основной. Они меня тут жрут, пока я тут пытаюсь что-то изобразить. Пойду по колено встану. Нет, нету ничего. Выбивает его течением. Опа, есть! 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 Так, камешонок. Не сильно большой, но нормалек. Стоит, значит. Ну, придется отпускать, конечно. Но сам процесс интересен. Чуть-чуть его помучаем. Килограмма на 4. Ну, красавец, красавец. Ну, чуть я не обманул, Андрюх. Так, выводим его аккуратно. Вот коряги ему не надо. Может, клинок суть? Нет, таймишонок. Упорно сейчас будет. Упорно будет лезть. Такой совсем, да, даже не 4, трояк. Суть такая, что рыбу пугать не надо, близко подходить. Так он вот идет по струе, нормально. Потом его плавно-плавно выводим. И уже когда вывели, вон он что творит. Уже когда вывели, тогда можно. Да нет, четверочка есть. Придется его. Тихо, блин. Да успокойся ты. Сейчас он себя позацепляет со всех сторон. Придется его. Не хочет он быть спокойным. Так. Вот это уже вторая. Второй зацеп. Не было вот этого зацепа. Раз. Все. Все, дорогой. Все, приходи в себя. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. Аккуратно, рыба что-то не обожглась. Вот она. Оп. Тихо. Ну, в принципе, такой, он энергичный. Ушел. Даже не пришлось его в себя приводить. Нормально. Вот палец он мне проколол. Хорошо, причем.
Ну сам дурак. Надо было сразу. И ж гуманист поторопился. Ну значит он стоит, крупных там нет. Хотя чем черт не шутит, да? Если стоит такой, может и покрупнее есть. Поглубже, это вот поверхностное. Зашла. И ладно. Ну, воблер хороший. За утро две рыбки. Попробуем что-нибудь солидное с дальней перспективой закинуть. А вдруг? Два заброса. Не проблема. Вот мое место. Сразу вспоминается песня Сукачева «Напои меня водой твоей любви чистой, чистой». Любовь только у реки. Если кто помнит, тут бревно было, нет, его унесло. Со всеми прибамбасами, что там в бревне было скурковано. Ходить, взглянуть, что еще тут интересного. Да. А, вот, наверное, вот волокло. А может, это новое. Сложно сказать. При таком уровне воды сумасшедший.
могло быть все что угодно. Тоже залом был, подсносило. Ну, рыбачить можно. Здесь особо ничего нового. Пара палок так болтает. Да, вода большая. Обычно сухо было здесь. Вообще заломись, матерый. О, о, баклан. Рычаги на себя. Все внимание на впереди предстоящий слалом. Как она в залом уходит со свистом. Йо, что там такое? Что там, сплошной залом что ли? Да не может быть, нет, наверное, это поворот все-таки такой. Ну, конечно, жесть все равно. Все равно это жесть. Так, расческа там. Ладно, идем пока. По-простому. Главная проблема, что не видно ни хера. И нет информации. Проходим он или нет. Йоу, там накидало. О, кошмар. Не было этого. Это точно. Новое. Так, ну от расчески надо уйти. Ой, все подтянуть. Сука, неужели сплошной? Ебическая сила, блядь. Я приплыл, сука. Сплошной, блядь. Я приплыл, называется. Вот это да. Твою ж мать, а. Надо было там обноску делать. Ну ладно. Кто ж тут знал? Пристали. Ну такая херня бывает. Если вы меня спросите, как подлетают люди к тайге, я скажу, ну вот примерно так. Человек застрял, не может ни к воде спуститься, никуда. Его облепляют комары, блядь, дождь, прочая сеть. И он начинает морально ломаться. Мне надо вот сейчас эту дырочку проскочить, и там будет течение бить.
корягу обрулить. Разбираю спиннинг, все, в общем, разбираю. Тут тоже обрыв охерительный, поэтому загрузить мне сложно. Ну, что-нибудь подложу палочку, как-нибудь прыгну в лодку. Сразу вспоминается, что мне Михаил Амуров, капитан. И лодка у нас капитаны порой допускают обман. Не правы всегда капитаны. Во всем виноват капитан. Вот я ее собрал, сейчас вот на этот метр ее аккуратно опустить. Не факт, что там выход без проблем. Но делать нехрен уже. Как можно оптимизировался, свернул. Как бы и время, и вообще. Не знаю, получится, не получится. Сейчас носом ее скидываю туда. И сажусь. Главное сесть, в общем. Не хочется просто в говне в этом плыть. Потому что тут можно и по пояс провалиться. Тут такое говнище, блядь. Обрывистый берег. Не знаю, может здесь где-то. С палки с какой-нибудь на нее встать. Вот вроде более-менее, блядь. Ну-ка, сейчас. Спуститься на корабль нормально. Так. Да. Проблематично все. Но лучше, чем там. Тут хотя бы можно держаться. Ладно, пойдем сюда. Это все тоже полный писец, блядь, не смешает. Дружина, она уже прилично весит. И чтоб она не завалилась. А грузить я ее не могу так, с маленькой высоты. Чтобы она не потеряла водоизмещение, чтобы не нырнула. Не стала набирать воду, блядь. Она, сука, набирает. Вот, блядь, а. Фух. Вот же ебаная тетя. Ну, проходи тогда давай. Туда. Вот какие сложности-то, а. Фух. Ну, не буду же я до нее вплавь добираться. Мне надо под берег поставить. Ой, блядь. Ну ладно, хоть спустил нормально. Пол проблемы. Беру. Вот как-то так. Ну прям писец. Вот, возможно, мне эти доски не понадобятся. Доски под жопу тогда. Ну, что меня ждет впереди, еще не ясно.
пытаюсь, простите меня, потому что ситуация аховая. Теперь надо, не уронив каяк, в него сесть. Желательно сразу двумя ногами. Бля. Фу. Стопая само по себе нетривиально. Учитывая, что у него устойчивости вообще нет в этот момент. Это ж не резиновая лодка. Прыгнул и все. А поставить его под берег я не могу. Ну попробуем. Так, сполоснул. Ой, блин. Все равно говно. Акробатика. Обезьяня. Как она достала. Ну, все. Первый этап сделан. Сейчас приводим в порядок веревки спасательные. Это еще начало, блин. То, что мне впереди предстоит, там только хер его знает. Что можно подтягивать, чтобы не болталось. Час 30 уже потрачен на это все. Обмотка где-то метров, ну, 150, не больше. Так, отхожу я кормой. Это еще не все. Ужас будет дальше. Хотя может там все спокойно, но нет. Везение такая штука. Вот, короче, мне надо зайти в поток и прямо на центр потока перегрести. Вылево. Желательно выше даже зайти, потому что справа тут дерево. Вот такое же расчетка. Если меня в нее потянут, дальше. Даже не буду говорить. Никаких если. Я в поток войду сейчас. Сейчас встречу надо встать. Чтобы максимально был шанс. Вот затишок сюда перегрызти. В ловцо. Вот это высший пилотаж называется. Это уже... А, ну все, тут отбивает течение. Нормально, я не попадаю в него. Все, вдохнули спокойно. Фу, блядь, блядский залом. Помаши ему ручкой, Андрюха. И уходи туда, на стремнину. Потому что тут тоже коряги. Посмотрите на мою счастливую рожу, а. Вот на этот залом. И на мою морду счастливую, а, ребят. Девчат. Спасибо, что смотрите канал этот. Посвященный путешествиям. Дальше чистая река. Все спокойно, относительно. На ближайшие 30 минут. Оставайтесь, смотрите фильм дальше. Приключения продолжаются. Первую пору назвать реальный жесткач. Вон какое дерево болтает. Тут улова несет под залом. Так, мне надо на основное течение. Вот оно кругами ходит. Чтобы не попасть в улово, чтобы оно меня не опрокинуло. Вот это дерево затащило. Ну, хотя бы притоплено все. Так. Ну, тут еще нормально, широко. Дальше будет уже. И слалом. Вот такой же скач. Как жить, бляха. Как рулить. Второе поменьше, тоже новое. Ну, то есть это метра на полтора была выше вода. Не слоем, спокойно. Без всяких. Так.
Можно было, конечно, там его обойти. Но я уже ни хера не хочу экспериментировать. К тому же, похоже, я ногу содрал, когда садился в лодку. Там третьего. Четвертая, вернее, вон там. Ой, перекат мелко. О, коляга тут. Там расчески нас поджидают. Да, расслабляться никак не получается. Спокойно река кончилась, пошли на пляги. Но это, я говорю, это самый опасный участок сейчас еще будет. Еще километра 2,5-3. Ну до Дусани, не, наверное, ну да, 3 где-то, но до Дусани. Чувствуем. Еще одно веселенькое местечко. Сейчас будем смотреть, что там изменилось. Сюда резко. Если там дырку не забило, кстати. В общем, дырка вообще была маленькая, метра 3. Может, ее вообще уже и нет. Да нет, вроде что-то осталось. А, ну терпимо, ладно. Вот последняя дырка, которая сложная прохождение. Но это еще терпимо. Тут тоже притопила часть. Ох, какая жопа. Глубина тут метров 5, не меньше. Блин, то что узкая вода протекает. Так, птичечки лежат. Каждая в обхват полметра, метр, блин. Диаметром полметра в обхвате метр. Ну, вроде нормально, дальше уже не будет коварства. Дальше обратный поворот еще. Но там чисто физика. Я сейчас вправо туда. Вправо и назад потом. Здесь его не забило тоже. Да, побушевало. Водичка. Все подтоплено, все косы нормально. Что ж он выключился? Вот такое настроение, орать и все. По окончании этого участка будет привал, кушать и небольшая рыбалка. А там посмотрю я как. Может, дальше пойду. Скорее всего, пойду дальше, привальчик сделаю. Сейчас.
участок очень сложный был. Просто босичком походить, отдохнуть от носков этих хочется. Дай бог не было больше сюрпризов сейчас до самого финиша. Хотя бы на сегодняшний день. Хватит сюрпризов уже, господа! Сюрпризов у меня уже полно. Вот он еще сюрприз. Блин, без них никак. Вон он. Ой, матери-мать, а. Без сюрпризов никуда. И ветер не в тему. Ветер вообще не в тему. О, еще сюрприз. Блин. Да, захотел много вот, без сюрприза. Что там за поворотом? Блин! Тут со всех сторон нужно. И там вон лежит. Ёлка-бабай, а? Ну вообще. Чё, ну берега прям. Между ними нырять придет. Да, блин. Захотел ты без сюрприза. Хренушки, говорит река. И расческа там. Ага. Ух. Ух. Ну нормально. Ух ты, еще один. Коряк. Вон он. Так она и отпустила просто. Ага. Не поскандали. Ничего подобного. Не мечтайте. Ну вот, финиш. Ой, там промылось все. Да, вода очень большая. И Гана там выходит сбоку, перебила. Так. Короче, сам-то закинуть практически нема. Учитывая такой поток боковой. Могучий. Ну, вообще. И там коряга. Что делать-то, а? Очередное красивое место. Оно уже попадало на съемки, но
не всегда работала камера, не всегда была погода. Вот такой вот утес фантастический, тут ямы всякие. Здесь могут быть таймишата, это крайнее место, где мы живем. Сейчас проверим. Они меня задолбали, бляха. Денег тут 10